Итак, ребята, сегодня я в Брукхейвен вместе с Брайсом, который вот уже подбегает. Заходи, вот двери, все открыто, заходи, дом открыт, да. Мы сегодня с Брайсом будем играть на деньги. Как самые азартные люди, мы будем прятаться в этом доме. Вся проблема в том, что дом этот очень большой. То есть, если Брайс находит меня, то я должна буду ему 100 робоксов. Если я нахожу Брайса, то Брайс должен будет мне 100 робоксов. В общем, я готова, наверное, Брайс будет первым прятаться, ну а я буду считать, поэтому я сейчас отправляюсь сюда, считаю, и после этого мы будем искать Брайсика. Брайс сказал, что он спрятался, я засекаю время, у меня будет ровно 2 минуты, чтобы найти Брайса, время пошло, погнали! За 2 минуты, если я за 2 минуты не справлюсь, то в таком случае тогда я проигрываю деньги, и я должна буду заплатить Брайсу, если я его не найду. Если я его найду, то тогда когда Брайс платит мне. Надеюсь, то, что у меня все получится, и я его найду. Блин, как-то хотелось бы побыстрее бегать, ребят, но пока нет такой возможности. Я вообще не знаю, где Брайс. Так, здесь еще такой я дом специально достаточно сложный выбрала, потому что здесь очень много мест. Прошло уже 30 секунд, я все еще ищу Брайса. Я даже не представляю, где он может быть. И здесь реально столько мест, и мне кажется, его просто будет найти крайне сложно. Но я реально очень стараюсь. Так, здесь никого нет. Ребята, прошла уже целая минута, а я так и не нашла Брайса. Я даже не представляю, где он, и мне придется, походу, платить ему 100 робоксов. Я не хочу этого делать. Он может быть где угодно. Он даже может быть в каком-то секрете, в каком-то сейфе. Короче, он может быть где угодно, поэтому у меня остается последняя минута, чтобы прямо сейчас взять, сесть на этот стул и телепортироваться в сейф, где Брайса нету. Блин, ребята, я только потеряла время. Мне нужно снова телепортироваться к дому. Я телепортировалась. Ребята, здесь столько мест. Да здесь просто нереально за 2 минуты хоть кого-то найти. Это просто невозможно. У меня осталось последние 30 секунд. Я, если честно, вообще не знаю, что будет. Так, может быть, Брайс здесь где-то? Давайте посмотрим, может быть, он здесь где-то в будке. Я не вижу его, ребята. Я даже не представляю, где он может быть. У меня осталось последние 20 секунд. А я вообще... У меня вообще нет идей, где может быть Брайс. Может быть, он где-то все-таки внизу находится. Я даже не представляю, ребята, последние 10 секунд, и просто я безуспешно не нашла, я в итоге не смогла реально найти Брайса, и все, мое время истекло, и я должна Брайсу 100 робоксов, просто офигеть можно. Ребята, давайте же я покажу, где был Брайс, он мне сейчас сказал, где он был, и оказывается, я была так рядом, я просто реально его не увидела, и сейчас могла бы спокойно выиграть деньги, но я его реально не заметила, он был вот прямо здесь, где-то внутри ракеты или что-то такое. Я даже сейчас его не вижу, ребят. Куда делся Брайс? Так, я вообще не знаю. Я не вижу его, ребят. Вы видите Брайса? Он сказал... А, вот он! Ну, короче, он, в общем, на ракете. Так, ребята, ну что я могу сказать? Я вообще не знаю, что, но я проиграла 100 робоксов, и мне нужно сейчас как-то реабилитироваться, чтобы Брайс мне проиграл 100 робоксов, иначе, если Брайс меня найдет, я должна буду заплатить ему 200 робоксов. Брайс идет в будку считать, а я начинаю прятаться. И прятаться я буду, ребята. Ну, это капец будет, конечно, читерство, но я очень хочу все-таки попробовать спрятаться. Надеюсь, то, что Брайс меня не найдет. Мы отправляемся вот сюда. Все достаточно просто, все. Я готова, Брайс может начинать меня искать. Надеюсь, то, что он меня не найдет, чтобы тогда мой счет вышел в ноль, потому что если Брайс меня не найдет, он будет должен мне 100 робоксов, но так как я ему должна, то есть это все выйдет в ноль. Ну, а я пока, как бы, сижу в этой секреточке, а через фрикэм посмотрю, куда бегает Брайс вообще, чтобы вам тоже было интересненько посмотреть, как он меня ищет. Мы сейчас смотрим, вот смотрите, Брайс бегает здесь и ищет меня, но пока что, ребята, пока что он меня не находит, и я почему-то думаю, что он меня не найдет. Я, если что, засекла 2 минутки, чтобы Брайс тоже долго меня не искал. Мы сейчас отправляемся вниз вместе с Брайсом, фрикэмом, смотрим, как же он меня ищет. Он меня хорошо ищет, конечно. Так, я его потеряла. Я потеряла Брайса, ребята. Капец, что делать? Что делать? Где Брайс? Я его потеряла, ребята. Черт, я его потеряла, теперь не знаю, где он. Может быть, он здесь? Нет, я вообще его больше не вижу. Может быть, он здесь? Так, нет, его здесь тоже нет. У нас прошла 1 минута, и Влад до сих пор меня не нашел, и я не знаю, ребята, найдет ли он меня вообще. Так, смотрим, где же Брайс? Я, ребят, реально, я его потеряла, я просто его не вижу. Может быть, он где-то здесь? Куда он вообще делся?
Так, ребята, я реально не знаю, куда делся Брайс. Может быть, он здесь. Смотрите, я нашла его. Я нашла Брайса. Так, смотрите, вот он сейчас наверху, вот в этой будке, да? Нет, его здесь нет. Я опять его потеряла, ребята. Вот, блин! Ребята, он меня нашел! Он меня нашел! Капец, просто, вы понимаете? Я не верила в это, но он меня нашел. Офигеть, как он это сделал? Я просто не понимаю. Но я должна Брайсу 200 робоксов. То есть, вы понимаете, то, что это уже нереально реабилитироваться. Мне нужно сейчас, чтобы Брайс как-то так спрятался. И я не знаю, ребят, я вообще не знаю, что делать. Мне нужно, чтобы он как-то сейчас так спрятался, чтобы я его нашла и хотя бы должна была ему 100 робоксов. Поэтому, ребята, давайте тогда даем Брайсу возможность спрятаться. И после этого начинаем его искать. Начинаю искать Брайса. Он спрятался. И почему-то мне кажется, что я его не найду. Я сейчас засекаю время. Итак, мы засекаем время. Даем 2 минуты себе. И время пошло, и я начинаю искать. Я не знаю вообще. Я не представляю, где может быть Брайс. Может быть, он где-то тоже в коробках спрятался. Но нет, ребята, я пока его не вижу. Я не знаю, ребят, что делать. Как его найти? Я должна ему 200 робоксов. И мне нужно как-то отыграться. Потому что иначе, если я сейчас проиграю, я должна буду Брайсу 300 робоксов. Вы понимаете? Это реально. На это еще чуть-чуть. На это уже можно купить как минимум премиум. Так, я не представляю, где Брайс. Но я сейчас, наверное, опять отправляюсь в сейф. Может быть, он здесь? Нет, Брайс не здесь. Мы телепортируемся обратно к дому. Бежим по новой искать. Ребят, я вообще не знаю, как же мне найти Брайса. Это реально. Вы понимаете то, что я вообще не представляю. Давайте, наверное, поднимемся вот сюда, наверх. Посмотрим, может быть, Брайс где-то здесь, и я смогу его найти. Блин, я очень переживаю. Я не хочу платить Брайсу 300 робоксов. Вы понимаете? Давайте посмотрим. Так, Брайса здесь нигде нет. Ребята, прошла уже целая минута, вы понимаете? А я так его и не нашла. Я даже еще дом не обследовала. Да это просто нереально. Я не знаю, что делать. Так, давайте, наверное, спустимся вниз и побежим сейчас. Я даже не знаю, куда. Давайте куда-нибудь вот сюда, наверное, вот сюда. Давайте вот сюда пробежим, посмотрим, может быть, он где-то здесь прячется. Я, ребят, его реально нигде не вижу. Я не понимаю, где он может быть. Его нету. Ребят, его нигде нет. Это просто капец. Это реально просто капец. Я не знаю, ребята, я уже не понимаю. Осталось 20 секунд, и я реально Брайсу должна. Сейчас буду просто кучу-кучу денег. Осталось 15 секунд, я не знаю, где Брайс. Блин, почему я еще так медленно бегаю, когда надо очень быстро бегать? И вообще, ребят, я не понимаю, куда бежать. Осталось 7 секунд. Мне все, мне кажется, что я Брайса уже не найду. Да, все, ребята, время вышло. Я Брайса не смогла найти. И я не понимаю, мне теперь нужно заплатить ему 300 робоксов. Ребята, вы хоть понимаете, 300 робоксов? Где, блин, он был? Я сейчас просто в шоке. Я пробегаю мимо Брайса уже какой раз, и я его просто как будто не вижу. Я не знаю, ребят, что происходит, но он говорит, что он где-то здесь. И походу я поняла, походу он спрятался вот здесь. И вы понимаете, что я только что здесь была. И я просто его не нашла. Ребята, я проиграла Брайсу 300 робоксов, вы понимаете? И я реально, мне придется ему заплатить эти деньги. Я проиграла ему все 3 наши игры, и это просто жесть, я просто в шоке. Ребят, напишите в комментариях, как вам такой проигрыш и как вам сумма, которую я должна буду заплатить Брайсу.